Лето наконец-то вступает в Ульяновске в свои законные права. Хотя не все в это еще поверили. На улицах можно встретить людей как в мини-юбках, так и в куртках. Однако время отпуска не за горами. Где и как собираются провести его ульяновцы? Давайте спросим у них. Самый лучший уголок вот около 11-й школы. Наши дворы очень благоустраивают хорошо. Мне очень нравится. В парках, ну вот в общих, там очень много народу, на всех лавочек тоже не хватает, а во дворах так еще хватает. Вообще-то в планах, конечно, отдохнуть от Арии, санатории, ноги подлечить. Ну и так. Каждый год я обычно ездил, мне нравится. Дома, потому что маленькие дети, выехать нет возможности. На работе, на даче, в деревне, потому что люблю деревню. Не, работа ходит. Ну, на природе, естественно, на море планирую съездить, в Геленджик. Отдых с друзьями. Все как обычно. Работа, отпуск. Я не буду отдыхать летом. У меня нет летом отпуска. Поэтому это не для меня. Вопрос отдыхать. Отдыхать тут. Ну. Летом будем отдыхать в Ульяновске. А уже осенью улетим куда-нибудь в теплые страны. Почему? Там хорошо? Ну, будем дальше греться. Поеду... Круиз речной, Волга-Кама в сторону Перми. Что хорошего? Пермский край. Как расскажете? Очень, очень красиво. Я на наш курорт еду, на юг. Уже билеты купил в Анапу. Случалось там бывать уже? Ну, раз 15 там был, нравится все. Особенно детям. Севастополь, Крым. Что? Почему? Да. Потому что родина. Потому что море, солнце и хорошие люди. Летний отдых – это очень хорошо. Ну, отдыхаю я с внуками все лето. Идеальное лето. Я бы хотел провести, чтобы как бы не было забот, типа каких-то особых. То есть можно было бы представить себе какой-нибудь шикарный дом, в котором убирали за тебя, привозили еду за тебя, все бы готовили за тебя, а ты сидел и занимался бы какими-то своими вещами. Там можно было с каким-то саморазвитием можно было заниматься. Или наоборот, идти отдыхать, сказать, с друзьями. То есть как бы множество пути развития, чтобы какие-то бытовые заботы тебя не заботили. Ну, дочь собирается с бабушкой отдыхать в Крыму, а так как я работаю, отпуска вряд ли, наверное, дождусь. Поэтому здесь, на ульянских пляжах, по выходным. Все зависит от детей. Может быть, в Крым поедем, может, в Абхазию, может, в Турцию. Посмотрим. Ну, то есть море – это главное? Ну, по-любому нужно детей прогреть. Летний отдых – это стимул для дальнейшей работы в следующем году. И как нужно отдохнуть, чтобы этот стимул был? Ну, нужно, во-первых, к этому подходить объективно, а не субъективно. То есть? Ну, то есть, как можно все выжить с этого отпуска. То есть взять все положительные эмоции, отрицательные, чтобы их не было вообще. Что нужно для того, чтобы получить положительные эмоции, на ваш взгляд? Хорошие друзья, хорошая семья, хороший внук. Летний отдых – это сессия. А летом я буду отдыхать от сессии. Все. Как? Надеюсь ездить на природу. Надеюсь отдохнуть около моря, около какого-нибудь. Лучший отдых – это природа. Круче всего у бабушки на даче. Что там такого крутого, классного? Природа, спокойствие, тишина.